Сегодня, как и обещала, хочу показать вам, что продают в Баннингсе, какую рассаду, какие фруктовые деревья. Придется делать видео короткие, потому что длинные что-то у меня обрезали. Вот как красиво цветет орхидея. Это настоящие суккуленты. Вот так обильно цветут цикламены. Вот. Замечательные кактусы, очень красивые. Вот. Очень красивые. Но я иду на улицу с вами показать быстренько хотя бы несколько рядов, что продают у нас в Баннингсе. Идемте. Здесь также вот за $15 большие. Очень сильно цветут цикламены. Вот. Очень красиво, очень красиво. Всех цветов и оттенков. Вот они поменьше за $8. Сегодня ужасная погода, ветер. Поэтому будем снимать все быстро. Даже не знаю, откуда начать. Потому что вот такая вот территория. Там продаются все приправы, так сказать, цветочков, все, что они любят, удобрения и органические, и разные. Так, ну идемте. Это вот рассада. Несколько рядов. Ну, это вот всеми горячо любимая клубника. Посмотрите, какие у нее прекрасные листики. Клубника у всех здесь растет и хорошо плодоносит. Просто вот в таких горшочках, только, естественно, побольше или в прямоугольных, длинненьких. Бесподобно. Она цветет, плодоносит и живет, размножается. Так. Сорт сладкой клубники. Это пассифлора, или как еще называют, плод любви. Вот так вот на каждом растении этикеточка, чтобы люди знали, что это. Вот это уже достаточно большие. Это ежевика, как я понимаю, тоже очень большая. Вот это вот блэкбери, это черника, я снимала про нее видео. Очень полезная, вкусная ягода. Это виноград. Это тоже клубника. Вот. Вот, засохла бедняжка. Но вот уже даже здесь цвела, я вижу, там вот уже были плоды. А может быть даже это земляника. Скорее всего, даже это земляника. Вот. Вот петрушка, разные сорты петрушка есть. Вот это такая, есть еще пушистая. Здесь тоже очень много рассады. Вот сладкий базилик, белый. Темного не вижу, но я его не здесь покупала, я покупала в другом магазине. Также петрушка, мята. Ага. Вот пушистая петрушка. Сейчас я покажу ее более подросшую. Большое разнообразие, и это малина. Вот шикарно цветущая герань, $10. Мне приходится останавливать видео, когда я перехожу от ряда к ряду, потому что ряды длинные и расположены на большом расстоянии. Я боюсь, что опять мне допишут, что видео не помещается. Вот, лаванда, горная лаванда. Вот так вот все эти ряды. Вот это растение бегония. Бегония. Точно, бегония. Это же бегония. Да, я думала, что это такое. Вот какая она красивая. Это бегония. Вот. Товарищи, ну еще, видите, не все ярко цветет. Осень, потому что у нас осень. Так, ну идемте дальше. В этом ряду у нас есть китайская роза. Очень большое разнообразие. И они вот такие маленькие кустики, они так красиво цветут, $10 горшочек стоит, очень красиво цветут и пышно. И у меня вот дома точно такой же, и он уже так обильно цветет маленького роста. А я хочу, чтобы он был побольше, пересадила его в большой горшок. Так все мне говорят, отщипните эти бутончики, будет расти, и тогда выясню. Но мне жалко, как эту красоту можно отщипнуть. Ну как? Как эти бутончики? У меня рука не поднимается. Вот, тоже. Название вы видите на этикеточках. Замечательная рассада елочек. Так красиво их сажают возле домиков. Возле домиков. Вот это вот так она красиво цветет. На ней уже вот сейчас шишечки.
Очень-очень красиво. Очень. Очень-очень. Вот. Я даже не знаю, откуда начать, куда идти. Здесь столько всего, а времени очень мало. Вот это я не знаю, что за деревце, товарищи. Вот его формируют как дерево. Я только здесь узнала, что это можно формировать из всего этого деревца, какие вы хотите. То есть любое растение растет деревцем, кустиком и деревом. Я была удивлена, потому что считала, что это растет только кустиком, это дерево, а здесь оказывается все. Это растение обожают попугаи, вот его много в Израиле, вот даже попугайчик нарисован на этикетке, обожают пить нектар этого дерева. И еще одно, вот это они очень любят, вот, тоже попугаи нарисованы, люди покупают, сажают во дворе и собираются попугайчики пить нектар, а попугаи такие здесь красивые, просто чудо. Вот. Пойдемте к фруктовым. Тоже вот замечательные елочки. Деревья, деревья. Вот обожаю вот эти деревья, которые очень красиво цветут. И как деревья, и как кусты. Идем дальше. Вот здесь все, 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 все для сада. Разные удобрения. И органические, и коровкины, и курочкины, и козьи какашечки. Все для удобрения. Вот такие разные горшки. Оливки. А вот сюда подошла специально, потому что думала, что поставили для красоты. Смотрите, какие ягодки. Ягодки, как будто бы искусственные. Я была уверена, что это пластиковые шарики. Тем более они разных цветов всегда были раньше, когда я подходила. Ну вот еще есть вот такой вот, я вижу. Вот, видите, они точно как будто из пластика. Как будто из пластика. Если кто-то знает, что это такое, напишите, пожалуйста, в комментарии. Называется вот так. Вот так называется. Обалдеть. Просто пластиковые шарики. Вот. Ну, идем дальше. Вот здесь фруктовая рассада. Вот, кстати, инжир. Инжир. Вот видите, вот в горшочке. И уже плодоносит. И чуть-чуть горшочек побольше, деревце вырастет чуть-чуть побольше, его купируют так, чтобы оно было невысокое, и очень удобно его прятать от птиц, попугаи жрают все. И люди, я видела, одевают носочки на свои фрукты, вот, одевают сетку, но на высокие это неудобно сделать деревья. Вот на такие запросто можно укрыть от прожорливых попугаев и сохранить себе вкусный инжирик. Ах, инжировое варенье. Вот здесь все тоже. Кстати, я не посмотрела цену на инжировое дерево. Сейчас посмотрим. Вот эти же деревья бесподобные. Это, кстати, тут уже такой высокий. Явно уже будет плодоносит. Здесь очень быстро все плодоносит. Небольшие деревца и уже плодоносит. А это уже такое все высокое. Наверное, цена соответствующая. Ну-ка, сейчас посмотрим цену. Цена... Да нет, всего-то 32 доллара 86 центов. На такое уже большое деревце. Здесь тоже инжирка уже с ягодками. Вот. А это так и называется. Осеннее дерево. И вот такое оно будет осенью, я так думаю. Потому что сейчас оно зеленое. Совершенно. Ой, как красиво. О, прелесть. А вот это камелия. Ой, она цветет. Она цветет, камелия. Это же красота стоит. Такое дерево приобрести. Ой, камелия 118 долларов. Но я думаю, это стоит все равно посадить возле дома. Такое деревце вот с такими цветочками. Ой, точно камелия. А ну-ка. Да, камелия. Камелия. Вот, это уже белое дерево. То есть они разные совершенно. Вот. А это как у меня в саду. И тоже она у них завяла и сгорела. Вот, солнце было. Вот. Это деревце лысый персик. Вот, лысый персик. Вот, это я не знаю, что такое. Но тоже похоже на персик. Но это деревце яблочко. Да, Валеро сорт. Вот, Валера сорт яблочко. Очень вкусные яблоки, кстати, здесь. Вот, это что?
А это фисташки. А это вот Garden Delicious. Это вкусный садовый сорт какой-то. Это мандарины. Это лимоны. Тоже вот такие деревца. Они уже плодоносят. Я много вижу, когда хожу на пробежке, я много вижу такого. Да, красный. Красный мандарин. Вот. Угу, это лимон. Да, это лимончик. Это лимончик. Стоит всего 32 доллара. Вот такое деревце. И это лайм. Это лайм. Вот он, лайм. И типа 18 долларов. Ну, им еще, я думаю, годик нужно расти для того, чтобы цвести и плодоносить. Вот тоже на полу стоят. Прошел сильный дождь. Все мокрое. Так. А это вот у меня растет такое высокое дерево. Липстик. Помада. Вот. Даже помада нарисована. 19 долларов у меня она растет. Но она вырастает тоже как деревце. И такое-то, ну, не очень высокое, но по-разному. Можно и кустом, можно и маленьким деревцем. Ой, нет времени показать разнообразие суккулентов. Вот. Шикарная герань. Столько здесь видов герани. 9 долларов. Тут я вижу, тоже растет. Боюсь, опять видео не загрузится. Тут цветет тоже. Вот видите, они цветут. Красиво. Рассада, рассада, рассада. Анютины главки, по-моему, рассада. Очень много видов ромашки. Разные-разные ромашки. Тоже 9 долларов ромашка. Тоже 8 долларов. Ой, такие прикольные разные. Разные, 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 разные. Такая красота. Ну, здесь всякого рода капуста. Вот брокколи. Обычная капуста здесь очень жесткая, хочу вам сказать. Ну вот, разные виды капусты. Цена 6 долларов за такой кустик уже. Ой, какая красота. Сколько стоит? Ой. Вот такой прикольный. А что это такое? Давайте посмотрим. Вот как оно называется. Может, кто-то и знает. Вот такое красное, прекрасное. Ой, я бы купила все. Я бы купила все. Но, увы. Ну все, наверное, на этой ноте я буду заканчивать. Вот, конечно, тоже для сада всякие прибамбасы. То есть все от и до. Ну, на этом я заканчиваю. Всех обнимаю, всем целую. Ой, лягушка. Ответьте, пожалуйста, если знаете, что за растение. Вот это шариком и вот это последнее. Очень красивое. На этом я заканчиваю. Всем пока. Будьте счастливы. И наслаждайтесь. Бай. Забыла показать вот это деревце. Я его сфоткала на улице. Растет огромной-огромной шапкой. Оно такое красивое. И тоже, вот, пожалуйста, как кустик маленькая. А на улице у нас они растут огромные. Сейчас я покажу на фотографии. Да, вот есть фотография. Вот такой шапкой оно цветет. Бесподобной красоты. И вот его название. Вот так. Ну, теперь точно всем пока.